Добрый вечер всем, кто к нам подключился. Мы переходим к матчу между командами Power Rangers и команда Hellraisers. Оба СНГ коллектива и катка обещают быть лютейшей. Это матч All Stars Tournament, первый сезон и битва за кучу денег. Лузер брекет у нас на данный момент, нижняя сетка, и Power Rangers сражается с Hellraisers. Матч будет в рамках Best of 3. Ну что, в первыми в пике уже появляется у нас Джаггернаут со стороны Дреда и компании. Vengeful Spirit второй туда отходит, и Висп для Power Rangers. Кто будет на нем отыгрывать, посмотрим немного позже. Давайте пройдемся по банам. Power Rangers забанили у нас SF-а, и в баню также отправили Ancient Operation и Акса. Очень странно, что Акс не первым баном стал, как уже приходится частенько наблюдать всем, кто следит за профессиональной дотой. Ну, Бэтрайдер официально первый бан. И сразу за ним тролль. Ну, классика от Hellraisers. В общем-то, классика последних нескольких месяцев. Bristol Back тоже у нас в пике практически не появляется. Но зато частенько отходит в баню, что говорит о его важности в вопросе бана пика. Не собирается Дред отдавать Bristol Back и правильно делает. Потому что самая неприятная дрянь из всех — это, скорее всего, Bristol Back, который хоть что-то выформил на ранних левелах, а после... Непонятно, с какой стороны к нему подойти, но в любом случае сзади лучше не подходить. Для всех, кто только подключился на наш канал, напоминаем, что это студия Игрокам ТВ, у микрофона Друг. Мы стримим наиболее яркие, по нашему мнению и по вашим просьбам, матчи и турниры по Dota 2. Разумеется, вопрос не только в Dota 2, но все, кто собрались здесь, интересует эта игра. И Dota 2 уделяем колоссальное внимание. На данный момент у нас один из интереснейших матчей, не побоюсь этого слова, последней недели. Power Rangers играет против Hellraisers, поэтому следующая неделька, которая начинается сегодня, кто забыл, у нас понедельник, неделя обещает быть не менее интересной. Major All Stars Tournament уже вошел в стадию плей-офф, и игры, в принципе, рубка обещает быть самой серьезной. Silencer у нас в баню отходит также от Power Rangers, и отвечают Hellraisers баней снайпера. Storm Spirit для Hellraisers. Еще один крутой пик. Storm в мид для Афониджи, как я понимаю. Хотя и Артес совсем недавно отыгрывал на этом персонаже на легкой. Тоже готов фармить. В принципе, все это понятно. Но глянем, если появится еще один мидер, то, конечно, Storm у нас отправится не в мид. Как бы удивительно это не звучало. Тем временем третий пик для команды Power Rangers нас ждет. В принципе, есть уже Чен, есть Висп, и под Виспа, скорее всего, что-то доготовили Power Rangers. Я думаю, Тини появится у нас в пике, ну, обязан появиться, иначе зачем вообще пикался Висп? Ждем Тиника на мид, ну, стоять будет нелегко Тини на миде вместе с Виспом, даже против Штормайта. Само собой разумеющееся, смотрим. Кого выберет Power Rangers? Еще 1 минута 20 секунд дополнительного времени остается для белорусского коллектива. Beastmaster отходит у нас в пик Power Rangers, и четвертый персонаж для Hellraisers. Четвертый персонаж для Hellraisers. Ждем. Пока что по пику, в общем-то, не ясно, куда у нас пойдет Шторм. Хотя, с другой стороны, есть Джаггер, который готов фармить легкую. Значит, Шторма, скорее всего, берут в мид. Артес остается без Шторма. На нем будет отыгрывать Афониджи. И думаю, что самое время пришло взять кого-то в сложную. Пока что оффлейн у команды Hellraisers не наблюдается. В общем-то... Ну да, ни один из этих персонажей, конечно, на сложную в соло пойти не сможет. Ну а если пойдет, то загонят его как миленького там. Ну,
Spirit Breaker для Hellraisers, и пик мне нравится гораздо больше, чем у команды Power Rangers. Пока что Hellraisers куда симпатичнее смотрятся. Пак отходит для Power Rangers, ну, короче говоря, драки будут, я так понимаю, нон-стоп. И Silence, и Dreams Coil, и Beastmaster, который будет с километра кричать, а у Power Rangers Beastmaster будет явно кричать на максимальный рейндж. Потому что реализация таких персонажей, в принципе, не сложна, да и для профессиональных коллективов тоже это не проблема. Так что ждем. Экшен обещает быть крутым, врывы тоже обещают быть крутым. Ну и Тини последним баном от Hellraisers, но я думаю, если хотели бы взять Power Rangers Тини, наверное, взяли бы его немного пораньше. В принципе, это читаемо, и на пятый пик его вряд ли бы оставляли, ну, может быть, на всякий случай. Инча от Hellraisers, и посмотрим, что это будет. Инчу я не видел уже, да, тысячу лет не видел, не помню, видел ли я Инчу вообще в 2015 году. Давненько ее не видели, Чен частенько бывает в пике и в бане, а эта подруга все реже стала появляться еще в конце прошлого года. Ждем, смотрим. Кстати, за ПР скандал на секундочку играет с Тендином, и это ой-ой-ой как классно для ПРов. Хеллрейзерам придется серьезно попотеть, чтобы контрить этого парня. Скандал фармить умеет, скандал умеет стоять и на многих лайнах. В общем-то, небезызвестная личность не только в доте, но и вообще медийная личность. И Чаус Найт последним пиком. И что? Мы возвращаемся на 2, а то и 3 года назад. Олдскульный пик, Висп, на котором отыгрывается Нейка и Дитя Ра, на котором отыгрывает Чаус Найт, скандал на паке Джейфо у нас на Бистмастере и также Чен в пике Power Rangers. Ну что, Артес на Джаггернауте со стороны Hellraisers, а Годдем на Vengeful Spirit, Шторм Спирит, на котором играет Афонинджи, Спирит Брейкер, на котором играет кто бы это ни был, и Дред у нас отыгрывает на Энчантрис. Ну, Готовимся к началу этого матча. Матч, по-моему, будет мега крутым. И если кого интересует СНГ, да и вообще любая дота, а СНГ дота лучшая дота, тут душой кривить не буду, то сегодня самое время переключаться на или на наш канал, да или на какой канал вам интересно. Но матч этот пропускать не стоит. Я думаю, это даже по закону надо будет каким-то образом запретить. Дред у нас выходит на нижнюю руну на Инче. Здесь его, скорее всего, могли видеть игроки команды Power Rangers. Скандал уже здесь стоит на паке, готов будет врываться. Я думаю, через Иллюзори, конечно же, будет первым скиллом качаться скандал. Врыв от команды Power Rangers уже мне понятен. Санейка прокачал тизер у Дитя Ра на данный момент. Ничего не вкачано, но, скорее всего, это будет стан. У Чена тоже пока что ничего не вкачано. И кто здесь в соло? В соло у нас здесь Джейфо на Бестмастере стоит. На Эншентах тоже будет пытаться забрать на одинокого нижнюю руну. Глянем. Артес здесь на Джаггернауте уже готов поспорить с Джейфо за нижнюю руну. Я думаю, у Артеса больше шансов ее забрать, потому что размениваться по ХП с Джаггернаутом в Блейд Фьюри, а скорее всего это будет Блейд Фьюри, не самое разумное решение. Я думаю, на него Артес не... Точнее, Джейфо не пойдет. Ну что, отгоняют Дитя Ра от топ-руны. И Афонинджи забирает первый баунти-руну. И вторую руну также забирает Бистмастер от Power Rangers. Джейфо забирает эту руну, но неплохо так по горбу нахватался, да, как видим. Решил подраться. Кабан есть, птица есть, птицы нет. Артес недолго не разговаривает. Кабана тоже всего скорее... скоро не станет, но вот Кабан, кстати, Артеса может зацепить. Здесь выходит Годдем на подсейф, и Кабан тоже умирает. Немножко по голде пробустилась команда Hellraisers в начале этого матча, но Джаггер вынужден уже юзать банку и уже неприятно стоять на линии. У Афонинджи на миде 2 танга пробустили его, и, я так понимаю, выход в ранний ботл, ну, собственно, что это еще может быть. Spirit Breaker у нас тоже с банками, с Stout Shield'ом. Фармить готов, выживать тоже ему надо. У Дитя Ра имеется Stout Shield 8 танга. Здесь у нас кто? Санейка. Санейка у нас в Ардаме закупился немножко хилкой и немного манорегеном. Чен ходит по лесу, Чену вообще ничего не надо. Чен
в принципе, в зоне недосягаемости находит, крипы его не находятся, его крипы не бьют, никто не дамажит, хилиться, соответственно, не требуется. Артес купил уже Boots of Speed, есть у него танго и 200 еще сверху на руках. Годем неплохо так Джейфо наваливает, Джейфо здесь будет не очень сладко. Годем проседает от крипов, но это только пока что. Хилингвард ждем от Артеса. Артес пока что вкачал Blade Fury и вкачал один поинт в статы. Все как по гайду было написано. Афониджи на миде против Скандала стоит, и это противостояние меня более всего интересует. Пока что, кстати, на равных идут эти игроки. Афониджи 7-1 имеет по крипстату. Скандала 7-3. Погоня за руной. Афониджи забирает ее. Нет, он ее вряд ли забирает. Здесь есть Санейка. Попытка подзацепить Санейка. Нет, все-таки Афониджи забирает руну. Забирает руну, причем в банку. И тут очень битый Санейка. А тем временем Дред забирает у нас Чена в лесу. И как это получилось у Дреда? Что вообще он тут делал? Дред прибежал сюда вместе с Спирит Брейкером. Спирит Брейкер продолжает историю свою, продолжает погоню за Санейка. Ну, вовремя отменяет у нас сумасшедший Баратрум свой разгон, потому что под тавром можно было нахвататься по щам. А Дред очень круто сыграл, и он настолько круто сыграл, и настолько туманно повел себя, как крутейший ниндзя, что даже я не смог заметить, хотя, по большому счету, ничем не занят. Как Дред переместился на топ-лайн. Посмотрите, где он находится. Ему вообще плевать на всю команду Power Rangers. Дред отправился. Он еще бьет крипов, кого-то агрит, кого-то денает, под виспов подрубил и старается убежать отсюда. Здесь уже от Скандала. Какой-то хелп своим тиммейтам. Ну, Дреду все равно. Дред просто идет, забирает крипов и просто уходит отсюда. 1-0-0 счет у него. 8 по крипам добито. 0 за Денайна. Ну, по Нетворсу, наверное, Дред нормально так себя чувствует. Да, четвертое место у Дреда по Нетворсу. Понятное дело, это First Blood, который он взял на Чене. Лесные герои, которые встретились вот здесь. Которые встретились под хайграундом одного из игроков. Висп тем временем забирает у нас Спирит Брейкера. Где это происходит? Это происходит у нас на топ-руне. Ну, короче говоря, по всей карте начинается история. И если я что-то буду не замечать, то прошу меня сильно строго не судить, потому что экшен ожидается более чем серьезный. Давайте глянем по голде графики. 1000 с копейками для команды Hellraisers и по XP 200, всего лишь 200 поинтов для той же команды, команды Дреда Hellraisers. У Артеса уже появляются фазы. Уже так нормально, можно с бестом будет размениваться по хп, по дамаге 68 у беста, у Джаггернаута 63, но плюс 24, а это реально много, и бист будет неплохо так получать. Спирит Брейкер решил отомстить ни в чем не повинным крипам Чена. Не они тебя отправляли на базу, это 100%. Так, выход у нас на мид. Разгон пошел в Скандал. Годем, если что, уже здесь есть для стана. Стан полетел в Скандал, а Скандал, скорее всего, не вывозит. Это еще и тролль. Бросил на него сетку. Дред отыгрывает просто феноменально. Инча забирает второй фраг. Погоня за Санейкой. И на этот раз Спирит Брейкер забирает третий фраг для команды Hellraisers. И первый фраг для себя. У Дреда 2-0-0 счет. 11 крипов и счет при этом максимальный на карте. У Дреда все очень круто. Дред, скорее всего, будет вывозить ранние артефакты. Если игра и дальше так пойдет. И Спирит Брейкер побежал у нас на J4. Будет ли это выход под Тауэр? Не думаю. Хотя, почему нет? Годем здесь, стан и по всей карте разнос команды Power Rangers. Годем просто неугомонный. Ну, понятное дело, Спирит Брейкер у нас тоже летает по всей карте. Но он это делает на скилле. А Годем успевает везде, где только можно. Разломали Скандала на миде. Пошли на нижний лайн, разбили лицо J4. Осталось только пойти на топ и там рассказать Детяра. Детяра пока что фармит. И фармит нормально. 915 по голде. У него второй нетворс на карте. По крипстату. По крипстату тоже немного он уступает Артесу. Артесу, в принципе, никто не мешает. Да и Детяра не особо кто мешал. Но, тем не менее, Артес чувствует себя немного уверенней. По нетворсу на первом месте тоже Артес. Дитяра занимает вторую позицию. Есть у него уже Power Threads и 700 сверху. Ну, Gloves of Haze покупает. Значит, готовится выход в стандартный набор итемов, который имеется для House Knight. И я говорю, конечно же, о армлете. Наваливают по тавру. Дред
побил лица героям. Пришло время за товарами. Есть здесь, если что, кентавр. Кентавр и так скоро отъезжает. Ну, напоследок Бестмастер топорами забрал кентавра. Я думаю, Дред пошел мстить. Куда пошел Дред? Нет, Дред не пошел мстить. Маны пока что не так много, чтобы цеплять Джейфо. И Джейфо спокойно отходит под свой тавр фармить. По графикам видим 2000. Так, у нас Спирит Брейкер забирает пака на миде. Скандал посыпался. У скандала 0-2-0. Спирит Брейкер зарабатывает третий фраг для себя. 5-1 счет. Спирит Брейкер роумящий. Имеет 3 фрага. И 2 фрага на счету лесного Дреда. Приехали. Также у нас очень сильно битый тавр на нижнем лайне. Здесь Дред находится с Артесом. Есть, если что, немного крипов для дамаги. Ну, можно попытаться забрать, а можно попытаться и уйти отсюда, потому что нахвататься от виспа вместе с бестмастером тоже не будет проблемой. У беста уже есть, если что, 6-й левел. На миде тауэр сильно бит, внизу тауэр сильно бит. Команда Power Rangers пока что зажалась на двух своих линиях за тауэра. Выходить она не собирается, но это закончилось очень плачевно для скандала. И для Джейфо тоже ничего хорошего не было. Ну что, Спирит Брейкер побежал. Выход на Джейфо. Джейфо здесь на лоу хп. Разбирают пока что Артеса. Артес уходит, улетает точнее на таверну. У нас хилится. И также у нас разбирают Спирит Брейкера. Ну, ворвались не лучшим образом. То, о чем я говорил. Лезешь за тауэр, должен понимать, что можно огрести. Огребли очень жестко. Игроки команды Hellraisers зарабатывают ПР 1000 по голде. И еще и 500 потерянных от Hellraisers. Графики немного поменяются. На 1000 спускается вниз, и по XP Power Rangers у нас начинают кое-как восстанавливать свои позиции. Дитяра приходит также у нас на нижний лайн, готовится к сносу Т1 по низу. Дред у нас попадает в капкан. Здесь у нас и кентавр, и Дитяра очень жестко наваливает. В принципе, здесь без болта, просто через реалити рифт притащили Дреда, и там уже кентавр занимался станом. Куда у нас Висп? Висп пока никуда не отправляется. У Виспа 5-й левел только. Так, поймали еще и Годдема. Годдема тоже отправляют на базу. Ну что, ПР решили проснуться. Наконец-то после такой пощечины от Hellraisers пришли в себя. И погоня у нас за Артесом. Стан от Дитяра. Также Виспами очень серьезно дамажит у нас Санейка Джаггернаута. Джаггернаут отправляется на базу. Разгон на Санейка, но я думаю, не побежит. Спирит Брейкер не побежит, это я так думаю. Спирит Брейкер бежит, сюда уже летит Vengeful Spirit. Годдем, скорее всего, должен станет у нас Виспа. Висп без вопросов погибает. Если не сейчас, то немножко попозже. Афонин же погоня за Дитяра. Дитяра тоже зацепили. Есть здесь, в принципе, чем остановить Дитяра. У Дитяра мало хп, но маны еще меньше у Афонин же и Годдема. Но, тем не менее, Дитяра разбирают. Этот килл забирает Годдем. Vengeful Spirit по голде нормально так поднялась. 2-1-4 у нас счет у Годдема. И сносят также игроки Hellraisers Т1 по нижнему лайну. Ну, в общем-то, у нас качели. По графикам, как видим, туда и обратно отправляется динамика. На данный момент Power Rangers выигрывает по XP чуть менее 2000. По голде команды фактически в ноль. Что у нас у Чешира? У Чеширского кота имеется уже Аркан Буцы, есть у него базилка, и, я так понимаю, готовится выход в Мекку. Спирит Брейкер прибегает у нас сюда, Дримскойл поставил скандал, поймали здесь Спирит Брейкера, он отсюда не уходит никаким образом. Артес через Хиллингвард кое-как подсейвится, и Афонин же тоже таким образом подсейвит. Ну что, одного Спирит Брейкера отдали игроки Hellraisers. Потеряли на нем 200 голды и 420 заработали Power Rangers. Следующая цель команды PR, я так понимаю, тауэр на миде. Чен как далеко? Чеширский кот здесь. У чеширского кота с собой есть и скрипов. Да, в принципе, никого у него с собой и скрипов нет. Но сейчас появятся. Погоня дальнейшая за Vengeful Spirit. И Годдем отправляется в таверну. Прилетает сюда Storm Spirit. Будет ли врыв от Афониджи? Афониджи просто улетает отсюда. Потому что можно нереально жестко огрести. Спирит Брейкера поймали. Он отсюда, скорее всего, не уходит. Урна на нем висит. Дотикает ли у нас Спирит Брейкер? Да, он у нас без вопросов дотикает. Бестмастер получает еще один фраг. Ну что, 7-10 счет. Джейфо зарабатывает второй фраг в этом матче. 2-1-2 у него становится счет. Джаггернаут в драках не участвовал. Джаггернаут пришел и просто нафармил себе на мом.
Артез с Момом, есть уже фазы, есть у него базилка, готовится выход, как я понимаю, скорее всего, в Дагер или пойдет он в Скади, пока что неизвестно. Ну, сборка стандартная, сборка последнего времени, в общем-то, не меняющаяся от команды к команде, от игрока к игроку. Давайте посмотрим, как обстоят дела по графикам. 0 по голде, 3000 по XP. На первом месте по фарму у нас Чаоснайт, Дитяра выфармил уже, как я понимаю, заветный артефакт. Армлет к нему прилетит и немного поувереннее будет чувствовать себя в файтах теперь Дитяра. Потому что погибал он уже один раз. 7 ассистов имеет. Также имеет 2 килла. Но в любом случае мейнкерри не надо умирать ни на каких этапах. А на ранних этапах это еще плачевней для него и для его команды. Дитяра под тизером решает просто снести тауэр. У него это должно получиться. Забирает Дитяра тауэр. Нормально по деньгам поднимается, и надо улетать отсюда. Пока еще не было врывов с виспом. До сих пор мы не видели, чтобы хотя бы раз был проюзан релокейт. Тизер имеется, в принципе, спириты имеются. Оверчардж тоже имеется, но драться можно. Драться можно. Ждем врывов от команды Power Rangers, иначе зачем была такая страта пикнута? Не ради одного несчастного тизера, который тоже, стоит сказать, очень полезный спелл, но, тем не менее, тизер надо использовать в связке с ультом, чем и славится Висп. Ну, неоднократно, я думаю, на голову команде Hellraisers будет падать дабла между Виспа и Дитяра. Ну и врывается у нас Афониджи, врывается не лучшим образом, моментально получает стан от Скандала. И куда у нас бежит Спирит Брейкер? Спирит Брейкер просто бежит к чертовой матери отсюда, не хочет он драться. Здесь вчетвером игроки команды ПР уже собрались. Один Санейка на виспе здесь, но Санейка тоже приходит к своим товарищам. Ну что, готовится пуш Т1 по топу. Последний Т1 на карте со стороны команды Hellraisers. И готовы ли Хэр отбивать свои товара, мы сейчас увидим. Но судя по тому, что здесь один несчастный ГДМ, а несчастный он действительно, потому что Венга против пятерых ничего сделать не может. Ни на какой из минут матча. Поэтому ждем, ждем, ждем. Ну, команде Power Rangers плевать вообще на то, что они немножко просели по ХП. Они продолжают дамажить товара, в принципе, через Overcharge и через Relocate нормально так... Ой, через Relocate, через тизер нормально отхиливается Дитяра, можно будет жить. У Чена на всякий случай есть подсейв в виде Hand of God, и Дитяра нормально так размял вышку. В вышке остается порядка четверти ХП. Возвращаются на свою половину Power Rangers. Пока еще у нас не падал Рошан. В этом матче 14 минут уже сыграли команды. Давайте глянем по графикам. 1000 по голде в сторону ПР и 1000 по XP в сторону все тех же ПР. Дитяра отправляется фармить нижний лайн. Ну, Дитяра и Джаггернаут, на котором отыгрывает Артез, это то, что нас интересует. Это главные персонажи, которые будут решать свои вопросы в конце этой игры. Ну или как минимум в ее лейт стадии. Выход от Хэйр на топ-лайн. Здесь у нас битва крипов. Так, пошел разгон у нас без мастера Джейфо. Здесь у Джейфо есть ульта. Если что, на подсейв отличный дримскойл от Скандала. Ульта туда же от Джейфо. Привязали шторма, привязали у нас Vengeful Spirit. И Spirit Breaker тоже рассыпается здесь. Чена разменяли сразу на троих игроки команды Power Rangers. И драка чересчур в их пользу. 2600 по опыту зарабатывает команда Power Rangers, и 1100 по голде также поднимает в этом файте. Но что важно, забрали мид персонажа, забрали Афониджи, и Скандал наконец-то реабилитировался за не самый уверенный мид. Два раза умирал он на миде, и теперь уже 2 килла имеет этот парень. Ну, Скандал играть умеет, просто что не сориентировался, как играть против Спирит Брейкера. Да и вообще ганки были более-менее удачны у команды Hellraisers. Чего стоит ганк Дреда на Чена вот здесь, вот в этой части карты. Давайте по персонажам разберемся, у кого что есть по артефактам. Кто во что выходит, чтобы потом обращать поменьше на это внимание. У Инчи есть урна уже, имеется Power Threads. Есть 860 по голде, также Грейжен и Стик. В инвентаре у Дреда. У Шторма имеется Soul Ring, Bottle и в Куре. Да, у в Куре уже есть Обливен Став. Будет выход в Оркет. У Годдема
На данный момент есть Power Threats, и это уже нехорошо для Вингивинга. Обычно бегает голая до 78 минуты. Джаггернаут, на котором отыгрывает Артес, который на втором месте по фарму. Всего лишь на 400 он уступает Чаус Найту. Имеется уже Мом, Яша и Базилка. Ну что, разменяли у нас Дитяра просто моментально. Артес проседает по ХП, под Римскойлом бегает. Сразу три игрока команды Hellraisers нереально биты. Артес через Blade Fury уходит отсюда. Шторм через ульту уходит отсюда. Единственный Spirit Breaker не имеет такого скилла, который бы заевейдил. Заевейдил бы ульту Пака. Ну, Джаггернаут отсюда ушел, и это уже хорошо. Дред тоже погибает в этом файте. 2-0 в итоге разменялись игроки команд Power Rangers и Hellraisers. Чаус Найт единственный, кто умирал. Дитяра выкупается и перетекает команда Power Rangers плавно на Рошана. Пока что Power Rangers выигрывают. Выигрывают не намного, на 600 по голде. Но тем не менее выигрывают. 3000 по XP также они имеют. Рошан падает относительно быстро. И драться за него команда Hellraisers может быть и хочет, но... возможности такой не имеет. Шторм Спирит только подходит на мид. Здесь Годдем, а больше неким сражаться за этого каменного парня. Спирит Брейкер классно себя ведет в этом матче. И реализован он неплохо так командой Hellraisers. Уже имеет 6 ассистов. Есть 3 килла. Ну и мид от Афониджи был выигран. 100% за счет Spirit Breaker, который дважды ворвался на скандал и сделал ему такую печальную доту в начале этого матча. У Афониджи уже есть после Обливен Стафа 780 на руках. У Vengeful Spirit имеется ПТ, и после ПТ появляется Брасер у Годдема. Так, Чаус Найт у нас где-то разобрал Джаггернаута. Где это случилось? Это случилось на нижнем лайне. Скандал здесь был своим ходом, и на релокейте прилетел у нас Чаус Найт с топ-лайна. Ну вот так это и делается. That's how we do. Power Rangers ворвались в Артеса, и самый нафармленный игрок отправляется в таверну. Дред тоже у нас, скорее всего, здесь погибает. В веспаме просветил его скандал. Точнее, Саннейка просветил его, но Дред уже успел заюзать тэп-аут сделать и уходит отсюда без каких-либо проблем. Я не буду пробовать сборку героев. Не просите. Так. Возвращаясь к персонажам, давайте посмотрим, у кого что по артефактам появляется. У Чена, на котором отыгрывает чеширский кот, появляется мека. После меки имеется еще 270 по голде. Так, Spirit Breaker у нас куда врывается? Врывается в птицу. Нормально так разобрался Spirit Breaker. У Чена мы посмотрели, что есть. У Дитяра уже... После армлета имеется Яша, есть также заработанный Эгис, он более-менее сейвово будет чувствовать себя в ближайшее время. У Веспа имеется Виталити Бустер, я так понимаю, выход во что это будет? Это, возможно, будет Рот оф Атос от Санейка, а возможно, что-то будет на большее количество ХП, ну, по типу Вангварда. Так, Санейка у нас... Ой, Санейка, скандал, прошу прощения, забирает у нас Афониджи. Где они это делают? Делают это на нижнем лайне. Неужели в соло Пак сумел разобрать у нас Афониджи? Ну что, и Дитяра у нас погибает. Ну, ПР реализует свою стратегию на 5 с плюсом. Так реализует, что такой комментатор, как я, не успевает уследить за всеми файтами по карте. Сначала разбирают внизу Афониджи, а потом на топе разбирают еще и Годдема. 9-19 становится счет, и Power Rangers выходят вперед. И причем... преимущество начинает расти в их пользу. 2000 по голде, порядка 5,5 по XP. Что у нас по фарму? По фарму по-прежнему на первом месте Дитяра. Он эти позиции отдавать не собирается Артесу. Причем немного отталкивают по фарму Артеса дабла в виде Санейка и Дитяра. Прилетели один раз внизу, убили Джейфо, я думаю, будет... О, Джейфо, Джаггернаута, на котором играет Артес. Я думаю, эта ситуация будет повторяться и дальше. Ждем реализации Веспа. Афониджи у нас здесь. Врывается на него Джейфо, и вовремя Афониджи улетает с лайна. Делать здесь нечего. Поймать крик от Бестмастера, я думаю, подобно смерти для Афониджи. Тем более здесь был Джей... здесь был Дитяра, и если бы на 4... прилетел стан в Афониджи, понятное дело, что вывести такую ерунду нереально. Ну что, драка готовится у нас за Т2. Готова ли команда ХР к этому? Команда Power Rangers точно к этому готова. Афониджи пока что разбирается с крипами, а вот
Power Rangers разбирается с Тауэром команды Hellraisers. Пока что драться нечем. Драться нечем и, как я понимаю, незачем. Просто падает Тауэр у команды Hellraisers. ПР чувствуют себя более чем уверенно. Снесли Т2 на топе, снесли Т2 на мид-лейне. И, я так понимаю, перемещаются вниз. А чё стоять одному несчастному Т2, когда все остальные уже упали? У Скандала имеется Power Threats. Имеется после Power Threats Staff of Wizardry. Есть у него Void Stone. Ну, короче говоря, выход в Йоулду. У Йоула осталось совсем немного. У Дитяра что у нас на руках? На руках у него Яша и 2200, на что он их потратил. А потратил он их на Ultimate Orb. Мы ждем появления Манта Стайла от Чаус Найта. Чем такое количество иллюзий убивать, становится пока что непонятно. Джаггернаут со своим Омнислэшем будет просто бесполезным, потому что летать по иллюзиям — это значит не наносить дамаги толком никому. Короче говоря, всех и никого будет бить Артес. Battle Fury... Я так понимаю, здесь все-таки в Battle Fury, да, у нас уходит Джаггернаут. Клеймор появляется у него и, скорее всего, будет Battle Fury. Да, появляется Персеверанс. Понял Артес, что надо каким-то образом контрить то количество иллюзий, да и все количество крипов, которое приводит сюда Чен, Чеширский Кот, с огромной пачкой крипов постоянно на любой тавер выходит. Просто через Манта Стайл, даже не через Фантазм, дерется у нас Дитяра с тавером. У него это прекрасно получается. Еще один тавер падает. И внешних таверов у команды Hellraisers не осталось. Но здесь очень сильно битый Т2. Готова ли команда ПР драться? Наверное, готова. Джейфо влетает у нас на Артеса моментально под сейфа Годдема. Годдем на лоу ХП. Сейчас будет на лоу ХП, отсюда не уходит Годдем, его разбирают моментально. Погоня пошла за Дредом и компанией. Артес через ТП отсюда валит, не успевает притянуть его Чаус Найт. И Афониджи тоже на фул ману отсюда уходит. Скорее всего, Афониджи желательно бы сделать ТП-аут, или он хочет подраться? Он хочет подраться с таким количеством? Нет. Наверное, он не хочет, он отсюда уходит на хайграунд и делает ТП-аут. Не по шансам драться с командой Power Rangers на данный момент Hellraisers. Они это прекрасно понимают. Blink Dagger от Beastmaster только что сыграл свою роль. И врывы становятся неуловимыми для Hellraisers. JFO просто влетает на даггере, просто дает стан. А команда Power Rangers просто за считанные секунды разбивает лицо игроку, в которого стан этот прошел. Ну что, как я и думал, Vanguard появляется у нас у Виспа. Также есть Баклер и... Есть ли рецепт на Crimson Guard? Нет, пока нет. Ну, короче говоря, Висп у нас занимается под сейвом всей команды от физ дэмэджа. У Санейка уже практически собранный Crimson Guard, а это очень хорошо на Виспе. 3-2-9 у него счет. Ну, классно отыгрывает Санейка. Дитяра 7-2-8 тоже, в принципе, стата крутая. Так, в кого у нас Бесмастер врывается? Он у нас врывается в Джаггернаута. Как здесь Джаггернаут оказался, непонятно. Даже прокликать по... картинки не успел я, потому что моментально разобрали на куски у нас Джаггернаута. Мы видим, что Омнислэш проюзать Артесу так и не дали и, наверное, не дадут. Висп у нас врывается сразу же на нижний лайн. Была здесь погоня за Афониджи в никуда дремскойл от Скандала, и Афониджи отсюда уходит. Ну, что может сказать Дитяра и Саннейка? Мы хотя бы пытались. Драка на топе не развернулась, и не развернулась она, я думаю, к счастью для команды Hellraisers. Так уверенно начали Дред и Годдем, да и Спирит Брейкер тоже на помощь приходил постоянно. И такой провальный мидгейм от команды Hellraisers. 4000 по голде, 7500 по экспе. Но опять же, 4000 вроде бы не такое большое преимущество. Но как видим, драться команды Hellraisers не удается. Power Rangers неплохо наваливают в любом файте. Опять же, ворваться они могут... Гораздо неожиданнее, чем это могли бы сделать Hellraisers, врываться по большому счету неким. Да, перебежит Spirit Breaker, но это не тот уровень игры, чтобы это было проблемой для профессиональных игроков. Spirit Breaker бежит относительно долго до того момента, когда нанесет тебе первый удар, а значит можно сориентироваться. Драка у нас на миде, поймали Шторм Спирита через Silence от Скандала. Также Silence получил Скандал, это все от Оркида Афониджи. Ну, Афониджи... Отправляется на базу, а Скандал живым и здоровым уходит в свой лес, как я понимаю. Да, пошел у нас фармить вот этих ребят у нас Скандал. Тем временем Джаггернаут забирает Бестмастера. И Джаггернаут очень жестко проседает по ХП, делает ТП-аут, как я понимаю, да.
Да, Артес у нас улетает на ТП. Ну, драки везде, посмотрите. Врывается у нас скандал сюда, Dreamscoil по Spirit Breaker. Неужели скандал собрался в соло драться? В кустах у нас скандал. У него есть, если что, гем. Его терять никак нельзя. Здесь также драка от чеширского кота и дитяра. Дитяра моментально разбирает у нас Дреда на инче. Что у Дреда? Дреда нет Untouchable. Наверное, есть. Наверное, есть. Нет, у Дреда нет Untouchable, поэтому я смотрю, что совершенно не проседает по скорости атаки дитяра. 3300 у него уже на руках имеется. 3600 покупает он ривер. Это выход в Тараску. Ну, дитяра классно себя чувствует. Здесь опять же висп под тизером. Здесь вообще проблем никаких. К себе еще и призывает крипов Чен. Но здесь куча кентавров. Драться на Рошане я бы не стал. Что по артефактам у отстающей команды, а теперь серьезно отстающей команды Hellraiser. Саша появляется вместе с барабанами у Spirit Breaker. Куда он отправился? Куда отправился Spirit Breaker? Куда ты бежишь? Куда? На крипов бежит у нас Spirit Breaker. Возможно, это ошибка. J4 здесь имеется. И будет ли встреча у нас от J4 и Spirit Breaker? В принципе, J4 его видит. Есть, если что, Dagger. Есть Boots of Travel. Можно попытаться будет уйти в любом случае. Но драться не стал со Spirit Breaker. У нас J4. Тем временем упал Рошан. Я так понимаю, забирает его Чао Снай. Да, дитяра у нас остается с Рошаном. Врыв на голову Шторм Спириту. Как же, черт возьми, больно. От Шторм Спирита брызги, мне кажется, через экран даже в лицо мне полетели. Нереально серьезно и быстро разорвали у нас на куски Афонинджи. Отправили эти куски на базу почтой. И Spirit Breaker вынужден бегать по базе. Dreamscoil ловит его пак. Добегался у нас Spirit Breaker. Ульта, если что, есть, но заюзать не дадут. Продолжается погоня. Тем временем Артес у нас погибает. Но везде, по всей карте летает у нас... А что? Кто здесь летает вообще? Где у нас Чао Снай? Чао Снай все-таки был здесь. Я уже подумал, Чен в соло вместе с Виспом решил разбирать у нас Джаггернауда. Это было бы вообще смешно. У Чешира, к слову, практически собранный Аганим. У Бестмастера начальный артефакт, выход в Некра. Не будет бесполезным, это точно. Еул есть у Пака, мы это уже видели. Д200 также на руках. Я думаю, готовится выход в Дагон. Чур меня. Какой Дагон? Конечно же, в Хекс, скорее всего, будет выход. Хотя и Аганим займеть Паку было бы не последним делом. Знаем прекрасно, что Пак на Аганиме это... Невероятно неприятно для команды соперника. Ну, первый выход на хайграунд от команды Power Rangers. Они готовы. Готовы ли встречать их игроки Hellraisers? Мы сейчас это увидим. Висп у нас проюзал ДД. И как же ж больно теперь бьет Висп. 84 плюс 84. Дитяра просто стоит и просто бьет Тауэр. И никто ему ничего сделать на это не может. Глиф уже проюзан, значит, глифа не будет, драка будет ожесточенная. Скорее всего, Spirit Breaker здесь ходит Артес. Через Battle Fury хотел немножко подфармить крипов, подфармил Артес у нас крипов. Он мне слэш еще 20 секунд не будет, разультился у нас дитя рань. Моментально по ХП проседает у нас Артес. Артес из файта кое-как уходит. Очень битый он. Афонинджи здесь получает стан. Получает кучу дамаги от Дитяра. Дитяра притягивает здесь Дреда. Дред тоже отправляется в таверну. Годдем битый сильно, но Годдем сюда не лезет. Скандал. Уходит через иллюзорий орб. Одного виспа здесь забрали. Дитяра продолжает драку с Годдемом. 4 секунды стан. Артес выкупился. Артес... Нет, Артес не выкупался. Артес просто отхилился у нас. Артес понял, почему он отхилился в прошлый раз. Потому что драться вообще не по шансам. У Артеса есть Манта Стайл. Артес юзает ульту в Дитяра. Дитяра вроде бы и проседает по ХП. Но не так, как того хотелось бы Артесу. Артес всего лишь пол столба снес Дитяра. А это, на секундочку, кор-герой команды Hellraiser со своим супер-ультом. Ну, в итоге разбили скандал, а скандал погибает. Висп тоже погибает. По итогу этого файта, файт-рекап нет смысла смотреть. Драка была долгая. Понятно, что всего мы не увидим. Главное, что... У Дитяра 1800 на руках. У него еще 12-2, он не умирал. И Афонинджи в этой драке умер. У Афонинджи 470 на руках, есть Огр Клап, и выход в БКБ не скорый будет от Афонинджи. У него счет 0-6-6. Как вам такой мид? От крутого игрока. Он, безусловно, крутого игрока. Hellraisers Афонинджи уже неоднократно показывал, что он готов играть и на Join Dota MLG Pro League, и в Major All Stars. Понятное дело, команда его находится там, где находится, не просто так.
Сюда надо было дойти, и далеко не все коллективы были на это способны. А Фонеджи тоже заслуга в этом есть. Ну, пока я рассказываю, тут, в принципе, нечего говорить. Просто очень больно получил по голове Джейфо. Ну, в ответку решила команда Power Rangers набить лицо Спирит Брейкеру. Гадлайк у нас у Дитяра, и он продолжает бить. Тараска уже есть у Дитяра, у Афонинджи нет маны на то, чтобы улететь. Даблкил от Дитяра. Дитяра переключается на крипов. Ему настолько скучно бить игроков команды Hellraiser, что он готов просто бить крипов. Они хоть как-то сдачи дают. Ну, Hellraisers, мягко говоря, посыпались. Думаю, близнется дело Good Game Well Played. Неудивительно, потому что по фарму серьезно опережает Power Rangers своих оппонентов. Давайте глянем по графикам, как дела. 12 по XP и 7500 по голде. Вроде бы не так много, но драться не способна команда Hellraisers. Ну, здесь набор персонажей такой, что драться против Chaos Knight'а пропросту нечем. Во-первых, Дитяра круто отыгрывает. Во-вторых, Висп круто подсейвить может в любой момент. Но здесь есть, к тому же, еще и Чен. Короче говоря, бить этого Дитяра попросту нечем. Пропадает Аегис у нас у Дитяра. Артес что имеет? У Артеса есть 1600 по голде. Имеется у него Battle Fury, есть у него Manta Style, есть Mom, есть у него Фазы. И больше, собственно, ничего нет. Но у Chaos Knight'а также БКБ, как я понимаю, летит к нему. Да, Дитяра покупает себе БКБ. Это 10-секундный БКБ. Как его пробивать, мне непонятно. У него практически фулл запак, 19-й левел. Есть Тараска, есть Манта Стайл, есть БКБ, есть Армлет. Включил Армлет, проюзал Фантазм, проюзал Манта Стайл. Все, попробуй убей все это казино. Джаггернаут будет летать и просто не наносить дамаги вообще. У Артеса, конечно, шансов на то, чтобы отбиться, немного. Он проигрывает на 4000, но у него счет 1-5-2. Он очень много денег потерял за счет смертей, а Дитяра очень много денег заработал за счет убийств. У него 14-2-11. В 25 фрагах участвовал Дитяра. Без него, короче говоря, движуха просто не начинается. На всех вечеринках Дитяра главная звезда. Кто у нас здесь? Артес у нас здесь. У него на всякий случай есть с собой ТП. Артесу пора бы полететь. Хотя, думаю, попытается хоть как-то сделать попытку размена, что ли, попытаться что-то снести. Но Артес соло сносит далеко не так, как сносит соло Дитяра, как сносит здесь весь зоопарк от Чена. Пока Артес будет здесь драться с крипами, упадет мид. Это 100%. Падает у нас барак милишный, падает ренжевой. И команда Power Rangers просто направляется на верхний лайн. Здесь у нас пока бьются бараки, падает третья линия. Может это немножко не соизмеримо, как считает команда Hellraisers. Ну, в принципе, чего тут ерничать и чего иронизировать. Hellraisers не готовы драться с Power Rangers. Просто не готовы. Spirit Breaker врывается здесь, но по ХП Chaos Knight просто не проседает. Висп подрубил у нас Crimson Guard. Прилетит ли сюда Висп на ульте? Да, прилетает сюда на ульте Sunnake. На лоу ХП Spirit Breaker отсюда не может уйти. Dreams Coil стоит. Ульта прошла в Goddamn. Goddamn под госскептором пока что живет еще. Умирает у нас Артес. Артес выкупается. Гадем тоже умирает и тоже выкупается. Возвращается в файт. Сильно битый Чен. Но Чен уходит из файта нормально. Чеширский кот здесь. Так, где у нас Chaos Knight? Chaos Knight имеется у нас в файте. Все, Chaos Knight готов драться. Повесили на него алебарду. Пока что Дитяра у нас находится в стане. Гадем у нас здесь ловит стан, скорее всего. Да, нет, не ловит стан. Его просто скиллами разобрали. Ловит у нас стан Spirit Breaker. Моментально разбирают Spirit Breaker. На лоу ХП пытается отсюда уйти, но куда ты отсюда уйдешь? На лоу ХП убегает все-таки Spirit Breaker из файта, но Артес попадает под наковальню, между молотом и наковальней. Это имею в виду Дитяра и огромным количеством крипов Чена. Умирает 5 человек команды Hellraisers. Дред у нас выкупается, но это скорее всего от бессилия. В это время уже практически голая база стоит у команды Hellraisers. Нет одного, точнее, стоит всего лишь один барак. И сейвить базу, по большому счету, нечем. Артес у нас выкупался или нет? Артес выкупался, да. Артес выкупался. GG, well played, пишет у нас команда Hellraisers. Поздравляем PR с первой победой. Игра эта протекает в формате Best of 3. Напомню, это нижняя сетка Major All Stars. И посмотрим, сможет ли Dread с компанией чем-то ответить своим оппонентам и
Будет ли хоть какие-то изменения во втором матче? Ждем пока что. Поздравляем Power Rangers с победой. Победа вполне уверенная. Еще одну секунду. ГПМ у Дитяра 647. Никто даже близко. Эдхейров здесь не было. Это студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Пока что небольшая пауза. Не переключайтесь.